самое число, когда у тебя корч и повседневный автомобиль, и плюс грузоперевозчик. Приехал на строительную базу за рейками для своего балкона. Все в Инстаграме, кто подписан, подписывайтесь на Инстаграм, кстати. Знают, что я сейчас занимаюсь своим балконом. Переделываю его с нуля под, так скажем, балкон-офис, балкон-кабинет, как угодно называйте. Что, все купить купили. Сейчас поедем в наш корч, все загрузим. И все, и поедем домой. Вот вам, блядь, и корч. Непонятно чё, почему. Я тупо тебе включаю зажигание, и у меня идет просад. У-у-у! Я в ахуе. Массу выключаю, и сразу вырастает этот. Ну что, недолго песенка играла. Ни хрена я не справился, короче. Приехала бригада, ух! И поэтому тащим все-таки тачку в гараж. Вот, там будем с ней разбираться, но это уже, наверное, не сегодня. Спасибо, опять же, Никитосу. Да, он себе взял тоже жигу. Естественно, сами понимаете, для чего. Вот, так что все. В гараж. Так, что ж, жига у нас все-таки отрыгнула. Мы ее поставили пока в стойло, и нужно заниматься дальше ремонтом. Сейчас уже нахожусь на балкончике. Вот так вот он уже обшит, утеплен. Так скажем, сделана шумо-теплоизоляция. Это первый слой. По бокам у нас пятерка минваты. Здесь у нас получается идет пятерка минвата основная, потом десятка, еще раз пятерка, и потом будет здесь пеноплекс. Уже взял первую упаковку. Пол, естественно, все в пара гидроизоляции. Сейчас на вот эти вот перемычки буду делать рейки. Потом можно было между ними вставлять вот этот вот пеноплекс. Зашивать это все специальной вот этой вот пленкой, которая пена с этой, с фольгой, чтобы было все тихо и тепло. Так что погнали. Проснулся, потянулся и офигел от происходящего на улице. Балкон балконом, вчера тут все доделал, да? И как вы помните, у меня отрыгнула жига, и что? Пошел, блядь, дождь, тем более он идет уже давным-давно, блядь. Это пиздец. Короче, что, планы по поводу балкона меняются, сейчас побегу в гаражик разгребать свою жигу. Может быть, определю по-быстренькому все-таки, что сломалось. Так что быстренько по кофеечку и в гараж. Так, что же, я в гараже. И я забыл то, что у меня здесь вот такой вот, блин, беспорядок. Я забыл про двигло. Ну как забыл? Забыл, что он прям тут стоит. Я думал, он стоит дальше. К сожалению, яма мне недоступна. Придется с ней ковыряться вот прям вот так вот. Итак, короче, разобрались мы. Почему у нас жига не заводилась, все клацали, но я думаю, вы все видели. Что же вы думаете, это, блядь, был аккумулятор? Одна из банок в нем залипла, это был просто, сука, банальный аккумулятор, который делал коротыш мне и не пускал систему, потому что включаешь массу, просад падает, и ни одна проводка в машине не дымится, ничего, просто, ну, нет. Поставили другой аккумулятор, завелась, поехали потом проверили аккуму, да, ему пипец, теперь в семерке новый аккумулятор. Также после вчерашних дрифтов, потому что как столько поставился аккумулятор, у нас были остатки дождя. А в итоге после дрифтов прикреплю видос из Инстаграма. Короче, такая ситуация, вы не поверите. Как выезжаю в дождь, начинается. Опа! Короче, открутилась проставка. Точнее, колесо с проставкой. Болты остались здесь. Ну и тачка просто-напросто легла. Да. Вот такие вот дела. Пообрывало шпильки, вот уж они держались там, ну, на 2-3 витках, не знаю почему, кстати. Вот, поехал в магазин, купил вот новые, как бы длинные, обошлись 16 штук в 1200 рублей. Поэтому сейчас будем обратно возвращать заднюю ось в свое положение, потому что у нас, ну, видите, страшно как, без 6 сантиметров... Без вот этих вот прекрасных штучек она как-то вообще страшно смотрится.
Вот. Ну а старые болты вот так вот изрядно потрепало, повырывало. То есть, вот вы видите, да, как бы как ему плохо. И еще такой маленький совет. Действительно, как многие уже говорят, что поедьте, вы лучше купите сразу новую запчасть. Не покупайте бушку, не ставьте на свою тачку бушку, потому что вы будете отдавать в два раза больше денег. Разоритесь, поедите, купите новые запчасти и поставьте на свою машину, чтобы вы ездили, катались безопасно, во-первых, для себя, а во-вторых, и для окружающих людей. Как говорится, беда приходит не одна, ни Метчиков, ни Лерки. Жопа! Так, ну что, в единственном месте я нашел все-таки и Лерку, и Метчик. Купил сразу по две штуки, чтобы уж, блин, про запас были. Думал поменять болты на шпильки, но, к сожалению, шпилек подходящих в магазине не оказалось. Пробежался по городу, у всех глаза типа шпильки на семерку, парень, да ты сумасшедший. Поэтому пока остаемся на болтах. Так что сейчас буду резать резьбу, уже здесь все подраскидал. Ну что, нарезать нарезал, как бы резьба в более, конечно, лучшем состоянии, чем была. Но болт вроде вот спокойно закручивается. Как бы не знаю, сколько резьбы хватит. Если все-таки резьба снова полетит, есть пару запасных осей. Надеюсь, она нигде на повороте не отрыгнет и не отрыгнет вообще. Короче, утро доброе, никакое не доброе. Заебали эти шпильки, блять. Русский, сука, тюнинг. Просто вот банально. Опять. Просто вот, блядь, опять. Только на этот раз посерьезнее. Ой, блядь, как это хуйня заебала. А самое веселое в этой истории то, что у меня шарахнуло колесо. Там вон, рядом со столбом. Я очень близко от него прошел. Жопа так подпрыгнула, блядь. Смотрите, как близко. Я просто вот... Утро начинается не с кофе. Ой, ладно, все это мелочи. Главное, что никто не разложился. Мы остались тоже живы. Вот, сейчас жду бригаду У, чтобы оттащить тачку в гараж. И там, короче, разбираться дальше. Короче, ситуация следующая. Поехал в магазин, купил шпильки от Нивы. И по факту они короткие мне, потому что у меня стоит вот такая вот жирнющая проставка 6 сантиметров. Вот такие проставочные колечко стоит для диска, чтобы суппорт сюда не упирался. В общем, когда вот так вот он запрессуется, остается мало. Если плюс докинуть сюда тормозной диск и проставку, у меня остается на закрутку, ну вот так вот. То есть она не закрутится. Шпилька именно от Нивы мне с данной проставкой не заходит. Мне нужна шпилька где-то к минимум еще столько же резьбы. Если у вас сток, можете спокойно ставить шпильку и гонять на шпильках. И я вам это советую сделать. Тема будет прикольная. Вот. А пока по повреждениям у нас замято крыло. Вот, сломан фендер. Фендер жалко больше всего. Вот, во всем остальном, как бы, тачка едет нормально. Вот, так что поедем искать другие шпильки. Если сможем подобрать, будем на шпильках. Я очень хочу себе шпильки. Пока мы искали шпильки, у нас сугробы, блин, выпали.